Так, Серж, слышь, ты остаешься в хиле. Потому что я оказывается на сальфории. Я слышу альфарию, у тебя же там есть хил. Спекнись, пофигу, как хоть какой. Нам здесь 5 хилов надо. Да, неважно, тут хоть такой подойдет. Мы их 4 захилим, но для подстраховки давай ты будешь 5 на всякий случай. И там рвать жопу не обязательно. Давай тоже восполняй свой ману. Войт, давай ты будешь первым начинать. После 3 стаках уничтожать арты забираешь. И протопал после 3 стаках забираешь. И танчишь босса. Сначала прожимаешь божественную защиту. И танчишь босса. И крик на хп, да, не забывайте. И РНЖу постоянно здесь соблюдать. На первом боссе, на двух слизняках и на последнем. Все, последний чек. Вы на последнем лучше вокруг ледяного рева встаньте, блядь. А то как в прошлый раз, нахуй, 20 человек, блядь, дыхание. И хуй отхилитесь. Так, Чарм, прочитай чат. Я тебе написал, что ты должен делать. Добро пожаловать! Что, я запустил РНЖу? Возьмите пока. Давайте, не стесняйтесь. А Войт с ротопалом будет танчить правого слизняка, а Валера, ты вышли его танчить. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель. Первый начинает Войт. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Тогда хорошо. Тогда Войт, ты будешь танчить правого. А, уничтожатор левого. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напротив наше время, паладин. Богом. Все, бейте. Морим, сейчас лужа появится. Внимательно. И выбегаем с нее. Бильдаль, выходи с лужи. Хант, выходи с лужи, не сладко, не стой, не до костовы, сразу выходите. А, забери. Жат. Дайте на него напу. Уничтожат и расхилите. Луж выходите. Идите уничтожатора. Каплю ему дай, звук спал. Есть возможность. Протопал может же щелкнуть с БЗ и забрать с него босса. Все, молодцы. Молодцы. Здесь мы пережили. Добивайся там снобльдов. Снобльдов бейте, в зону идите. Гильдаль, гимн на хп по моей команде, Сакр тоже по моей команде. Бьем все правила слизняка, гер даем. Давайте Гершман. И здесь тоже РНЖу возьмите. Вы опять тут стоите все кучно. Пейте хорошо ДК. ДК пейте. На нем 300 еще висят. Давайте ход эти рейд. И щитки тоже раздышивают там все. А мне жилось, что забираю. Ну, забираю с него босса. И беги, ой, по рейду. Давай, пробегай, оп, молодец. На локи. Надо с Максимуса снять. У них сейчас пул. Молодец. Гильдаль, дай я наману. Да, можешь отдать. Паладин, возьми пока на себя босса. Только аккурат. Да вот. Все, вот, забирай босса.
Тут тоже РНЖ возьмите, вот по кругу рассасывайте. Места всем хватит. Я центр его увидите сейчас. Вокруг босса равномерно. С одной стороны не стойте, он вас всех дохнет, и вы не отхилитесь. Давай там, Филиппец, считай всех. РДшников обязательно, да, и ДФ-обилки свои тоже оставляйте. На всякий случай. Так, куда? Давай, плесень, на когда. Так, кулонг, давай. Не упади. Я от него тоже убегаю. Давайте. Это выступление снимите. Кто не упал, повезло. Опять же, РНЖ соблюдайте там. Вы кучно стоите возле ворот. Вокруг босса встаньте равномерно. У вас всех забьют. Рассоситесь. Сзади надо встать, вот там, где людей нету. Да ладно. Ну конечно, ладно. В прошлый раз мы от этого вайпнулись. Ну, мы вайпнулись из-за того, что, блин, у нас ТЦ не было и так далее. Ну, из-за того, что всех хилов тоже нарвил, включая меня. Давай в косаку не упади. Оп, молодцы, бейте. Повезло. Так, Вой, давай ты будешь раздавать лук. Не-не. Ну тогда пускай руку будешь бей. Подойдет. Давайте добивайте уже этого босса. Войда хитить. Так, отпивайте ману сейчас хило. Сейчас босса пока не запускайте, секунду. Альфари, оставайся пока лучше в хиле. Так, давайте пока чек на готовность. А уничтожатор может прыгнуть с ДК своего. В общем, так и все диспелите, абсолютно все. И лок поставишь своего пета на диспел тоже. Красным захиливаем, зеленым выбегаем. Если есть возможность зеленую метку скидывать там баблом, клыбой и так далее. Войд, усиление рунического оружия ты не прожимаешь, прожимаешь вот только тогда, когда появится вулкан. А хилы чешку не отдаете, тоже даете по моей команде. А, гильдаль свою. Ну, все мобы побегут тогда мелизону. Мелизону легче прохилить. И гильдаль споешь гимн на ману тоже по моей команде. И сакуру паладин дашь тоже по моей команде. У меня тогда 2 минуты еще. Ну ничего страшного, откдешится. Давайте пока чек на готовность. В принципе, даже моей чешки хватит. И РНЖ сейчас тоже опять возьмите. Вот сейчас рассасывайтесь по кругу. Там спереди можете встать. Место, блин. Вот смотри, магов в рейде нету. Вчера снимает 2 дебафа с босса. И еще, как вулкан появится, сначала элемы, там шпшки, пылите стаки, потом уже переключаетесь в вулкан. Готовьтесь к забвению! Ну, чарам, значит, пусть снимает. Не, все пускай снимает, абсолютно. Ну, он под вас снимает. Я знаю, но я просто говорю, чтобы все снимали. Мгновенно, все стаки. Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфродом Небопамцем!
Покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Ханрога и Хант на пулит сейчас на льда. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в темное царство! Перед вами Джарацу! Ирпал, бей, пожалуйста, Джага Света. Скоро врата будут готовить, все заливать. Абсолютно все заливаем. Милики, идите заливать врата. ФДшники тоже бейте. РДС запить. Паладин этих мобов в мелизону поведешь. Фукасаку беги. Там кто застает Фукасаку, пить силу. Стаки снимайте, стаки. Читерить не положил. Снимайте все стаки. РДС убить. РДС подхилить. Рейндж, станьте получше. Эйрон Джуда возьмите побольше. РДСники, давайте вы сзади, станете подальше. А пилы по малому радиусу. РДС бегит там. Тучку тоже прожимай. Так, на мне метка, я сейчас захилит. Скоро вулкан появится, Войт может прожимать, уже войска вызывать. Уже. Готовимся, сейчас все будем заливать. Все, заливаемся вулкан. Отдаем свои чешки. Чешку отдаем и да, диспельте. Можете отдавать свои чешки. Чешки, давайте хитите. Гильдаль, гимн на хп, гимн на хп. Давайте гимны на хп. Хитите этого ханта. Ханта, захил, ханта. Сбабахнет. Кого нету метки? Кити. Ну пиздец. Блять, хилы, вы вообще будете хилить метки? Да, блядь, это ты сам хил. Я ее не знаю. Не было метки, я не видел. Ну молодцы, блядь, синие люди. Вот мы и сделали вам учу. Я не прохил эту метку, я все ходы накинул, давай повернитесь хилить. Я не уступил. Ну не сделали. Зато плащик упадет. Можно было не захилить одну сраную метку. Так это ж ты сдох. Блин, потому что он бабахнул, я не успел себя тоже прохилить. Да если была бы хотя бы еще одна волна, то уже бы она была захилена. Собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Тем более он Ваня сказал, что он метку не видел. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого... Так ладно, запускаем дальше. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями. Это обидно. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. А, поставьте магистол. Так, сражайтесь с честью. То мне надо ману вспомнить. Дайте мне хотя бы баф. Ты упал. А, точно, на смогах нет. Печалька печальная. Блин, а рыба у меня есть хоть? Рыбы нет. Спасибо. Так, уничтожать распекайся в БДК, и ты забираешь на себя звезду. Вот, забираешь на себя кружочек, рогу возьмешь. И протопал возьмешь на себя полумесяц. Так, по диспелам. А, Элем, ты будешь диспелить точечно? Ну давай тоже спекнешься в танк. Кто? Элем, ты диспелишь точечно, а Гильдаль, ты диспелишь массово. Кому спекаться? Дабл варов, пускай он спекается.
Первым будем заливать звезду, сейчас танки запинать свои цели. Лока будем заливать, потом будем заливать ханта. Зуч. Потом будем заливать ТП. Квадратик. Все дальше я мик буду ставить потом. Ice Freeze, ты в общем сейчас в центр, да? И притянешь к нам сюда звезду, там я колу кидай. Он далеко не убежал. А... Да, Балвара по кому держать? Ты просто можешь так бегать, если увидишь, там какой-нибудь милик побежит, рейд, ты его станешь на себя и будете там ему потихоньку назад уводить. А так можешь бегать, там станы раздавать килан. Просто да. Косты сбивать, фиры кидать и так далее. А, сюрприз, соответствуешь здесь, где сейчас стоишь, и притянешь звезду сюда к нам. РДшники, вы стойте на месте и не двигайтесь в косаку. Ты готов? Первым будем заливать звезду. Да, готов. Ну все тогда, сейчас никто не бежит, начинает только там. Сейчас к вам притянут эту звезду, не бегите туда. Сейчас вам эту звезду пойдет. Спокойнее будьте. Тяните сюда эту звезду, тяните. ДКшников могут тянести. Что я звезду не вижу, как перетянули почему-то. Диспельте звезду. Звезду диспельте. Можете Гера дать. Она не понадобится, а вот у них Гера диспельте. А давайте Гера шаман. А чё вы там? Чё вы там стоите-то? Диспельте звезду. Бейте потом кружочек и желательно кружочек центра было подтяните. Добивайте эту звезду. И кружочек тяните в центр, там ДКшники. Дадите немного назад и тяните его. Так, потом заливайте. Блин, все так убежали. Ладно, квадратик. Кто вылетел? Ладно, тяните сюда квадратик, ДКшники. Квадратик тяните, если у вас уже на КД, любой ДК. Угу, я понял, я притянулся. Там вар, если есть возможность, ставьте его. А вот все, квадрат здесь, акула, покидайте ему. Молодцы. Выхожу. Диспельте его, диспельте. Потом будем заливать. Давайте друида сольем. На метку поставлю звезду. Бейте звезду. Добейте сначала квадрат только и бейте звезду. Тяните сюда звезду, если есть возможность. Так, о, молодцы. Бейте потом холипала. Сейчас я на нее метку. Хотя бейте, не, самого бейте. Она рядом с вами стоит. Бейте потом холипала. А не, он там меня маг калашматит. Забейте его. Он как раз в центре стоит и ждет. Так что бейте его. Потом бейте холипала. Ставим на него звезду, потом его бейте. Я пока не могу
Бабл готовится спалить. А он его уже не прожимает, лягушка. Трон дальше бейте там, миликов сейчас я метку вставлю, рогу бейте там. Вон звезда, бейте его. Можете тянуть полумесяца сюда ближе к нам. Так, я вижу там. Там Лара убивает уже. Ну, уже не надо меня потянуть, они там стоят на своем месте. Там Таути стоит милик тоже, на себя. Они лучше на вас будут. Чё бейте там ДКшку? О, блин, если бы я... Ну, оба мы все дошли бы обстрел, да ну. Ну, еще дальше Валька. Мы решили, что Валька будет. Альфарии тоже еще похилишь там, а потом на власти спрятнешься в лема своего. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. Так, отходите там с сундука, я запускаю. Лишь сплотившись, вы сможете пройти. Уходите, уходите оттуда, тотемы шамана собирайте. Элем, Альфарии, давай, убирайте тотемы, не будет. Темненько взяли, протопал береж белую. Воду смены на цвета, я скажу. Давай, отпивай свою ману. Да, ты можешь ДД. Не надо мак танк. Так, давайте спекаемся. Ой. Спекаемся. Косака, ты здесь? Да, готов. Уничтожатор, ты готов? Валер. Все, танки поехали. Белые сверки не ловить. Оп, пожалуйста, Леголас. Бейте так, не будем его поднимать. Оп, еще Лем. Жить у меня останутся, слышите? Ну, бля. Я же говорил, захильте. Ну, ты не вовремя стал, там, когда сфера это летела. Ты должен был подождать, пока сфера там летит. Либо хоп. Так, ладно, готовим спецспособность сейчас. Ну, меняйте цвет, цвет меняйте. И бейте следующую лайку. Давайте, давайте. Хилим, хилим, хилим. Молодцы. Сейчас успели убить. Танков сейчас хилите, танк. Сейчас темненький не ловите. Все-таки пункт не сделали туда сюда. Ой, да да. Танка прохил. Теперь еще одну способность готовить. Меняем цвет. ПВВК десятки. Давайте, бьем, бьем Вальку. Ну-ну-ну, молодцы.
который еще одну способность бейте ту же лайку. Куда вы побежали? В темное портало бейте ту же самую. Какая у меня это? Они цвет пошли поменяли. Давайте добивайте. Молодцы. Запускайте это Элем, ой, Эльфари может спекаться к Элему. Вы там запустили? Баф и паншин, давайте. Ну да, почти. Фиг с ним. Значит, завтра сделаем. Надо тут еще дописать ДБ. Построили свои дома. Мои души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Киньте на фугасаку, там кто-то, чтобы не ждать. Залей першему инер. Да все, мне хватит, ты дали. Ну все тогда. Вон тут рыба стоит хавать. Так, последний чек. А этот, кстати, Double War, ты в танк спикнешь тоже? Окей. Танчит и подамажит. Давай ты Double War будешь слева танчить, а протопал справа. Пикнулся? Да. Тогда выйдет, запускай. Так, эту пачку под вас видите? Так, этот держак нужно следить обязательно. То есть следующую пачку можете вести под босса и можете бить спокойно босса. Можете особо даже не улучшить. Босс закопается, но потом успеем слить. Дайте больше до конца босса давайте. Что добивать трешак, а в косаку на семерку. Что бейте мелких мобов. А, гильдай, спой гимноман. Можешь вместе с лицом их спеть.
Заклинание еще не готово. Бейте, босс. Последний трешак, видите, под босс. Буду стопануть по ногу. Да, стопаните пока, бейте ему бог, то есть. Идите, бейте ему бог. Стопаните, сейчас его переведете. Стоп, дома. То, бля, уже перевели. Потому что. Бейте, трешак, трешак, бейте. Пов трешак переключитесь. Зачем беру дали? Ну, фаза. Ну ладно. Ну вот. Все. Три, дайте присесть, ничего. Бейте сейчас босса, не видите их под босса, танчите их в стороне. Блять, я же чуть не выбил. Уйди, уйди их оттуда. Нам они здесь не нужны. Идите их кучу там этих мулов. Убивайте. Молодцы. Лутайте сундук, что там упало. Ну, фигня. Так, на ИП никто не заходит? Ну, давай, ходи. Убивайте своими чарами и заходите на ИП. Еще одну попытаться играть ИВК. Могу зайти и помочь. Ну давай, если получится, то можем еще одну сыграть. У меня в пизду. Смотри, чем повезет.